задача, в общем-то, по этой игре у нас выполнена. Ну, а соперника с хорошей игрой и с хорошей победой. Ну, честно сказать, то для 2000 года ФК Уфа слабовато. Я открытым текстом говорю, потому что играть всю игру в обратке и не создавать, ну, практически ни разу не создать хотя бы какие-то комбинации, что-то пытаться сделать соперника. Индивидуально играют, ни о чем не говорят. Я считаю, что прибавлять этим ребятам пока слабовато. Я даже считаю, что Пермь, который играл с нами, это тоже 2000 год, выиграла гораздо интереснее в смысле игры. Они, может быть, где-то что-то там в обороне, но по игре мне Пермь больше понравился. Так что это в качестве совета тренерам ФК Уфа. Хорошо, спасибо. Сегодняшний матч стартовал с символического удара по мячу Сергея Симака. Для вас это знаменательное событие? Для меня? Какие-то вопросы странные задают. А что такое для меня удар по мячу Симака? Ни о чем. И вообще, честно говоря, при всем уважении к Сергею Богдановичу, он такой же тренер, как я. Все, что я могу сказать.